Здарова, народ, меня зовут Костя, и добро пожаловать в новый туториал по Sony Vegas Pro 14. Давайте смотреть. Сегодня я вам расскажу, как оптимизировать процесс вашего монтажа еще одним очень крутым способом. Итак, давайте начнем. Для начала импортируем наше видео в Vegas. Не будем жертвовать качеством, поставим себе сразу же предпросмотр половины размера. Переходим во вкладочку «Медиафайлы проекта» и видим вот этот вот файл, на котором я вам сегодня и покажу, как это все происходит. Итак, данный способ заключается в том, что все наши видео просчитываются заранее перед тем, как мы начинаем монтировать. Нажимаем правой кнопочкой мыши по нашему файлу и нажимаем «Создать прокси-видео». Нажимаем «Ок» и ждем, пока просчитается наше видео. Теперь мы можем использовать различные плагины для цветокоррекции, такие как MBL, который является очень тяжелым для не самых топовых компов. Накидаем несколько пресетов из MBL, просто так для примера, для того чтобы вы могли увидеть, насколько оптимизирован стал ваш Vegas. А теперь мы можем наблюдать то, насколько нам стало комфортно монтировать. Данный способ является весьма эффективным, и я вам настоятельно рекомендую им воспользоваться, если вы монтируете большие проекты и в ваших видео требуется много постпродакшена. Поэтому, ребят, если я вам помог с этим способом, обязательно напишите комментарий под этим видео и поставьте, пожалуйста, лайк. Вам не сложно, мне приятно. Итак, друзья, это был второй способ по оптимизации вашего процесса монтажа Vegas Pro 14. Подписывайтесь на канал, всем пока!